안녕하세요. Привет, ребята. Меня зовут Ким Гёнг Ми. Я кореянка. Давайте смотреть Яралаш. Поехали. Там. О. Круто. Милли. О, это близнеца, да? Наверное. Не очень уважаю русских художников. Да. О, да, я угадала. О, снег хочу смотреть. О, все одинаково, да, близнеца. О. Вау. О. Это опасно. О. Сейчас вы мне получите, сейчас я отдам. Двойняшки. Да нет, никакие мы не двойняшки. Вы же братья? Да. Вы, значит, двойняшки? Тебе же сказали, мы не двойняшки. Почему? Ну, один дед. Один. Вы, значит, двойняшки? Да нет, мы же сказали, не двойняшки. Чего меня путаете? Давайте сначала начнем. Вы братья? Все сначала, надоело. Один девять здесь? Да, один. Близнецы? Да. Ну, значит, двойняшки. Нет, мы же сказали, не двойняшки. Ты чего пристал? О! Чего пристал? Втроем! Двойняшки мы. Я писать ходил. Вау, круто! Мне нравится, мне очень интересно было сюжет, вообще круто. Ну, я вообще не угадала. Ребята, я раньше тоже смотрела Яралаш, вот тут. Смотрите. Это очень интересно было. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пока!